король и королева. И была у них дочь, принцесса Королевовна. Решили родители выдать дочь замуж. И устроили бал, на который пригласили все королевство. А где же принцесса? Где же принцесса? Подождите, сейчас она наденет свой лучший наряд и выйдет к нам. А пока вальс. Что это за ужас? Что за безвкусица? Нормальная принцесса так выглядеть не может. А чё? Это полнейшее безобразие. Я проклинаю тебя. Отныне никто не сможет понять, девушка ты или парень. И будешь ждать, пока за тобой не приедет настоящий мужик. И сумеет разглядеть в тебе настоящую принцессу. Опа! Нормальный? О нет, доченька! Что с тобой стало? Что же делать? Кто тебе поможет? Я помогу. Принцессу надо отправить в Институт благородных девиц. Там ее научат быть истинной леди. И отправили принцессу в Институт благородных девиц. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Прощай! Баб. Девушки, как только вы станете истинными леди, к вам сразу приедут женихи. А сегодня мы будем заниматься рукоделием. Каждой из вас нужно сделать что-то такое, чтобы понравиться суженому. Какое красивое полотенце. Будь моей женой. А как же принц? Ну ладно, я согласна. Принцесса! Нет ее! Завтра приходи. Я тебя узнал! Ты принцесса! Зачем обманываешь? Не уйдешь, значит? Я жениться приехал. У тебя стамески нет? А то просто руками Буратино вырезать сложно. Прекрасная принцесса, вести о твоей красоте дошли до нашего королевства. Будь моей женой. Я тебя вижу первый раз в жизни. И вести о тебе до меня не доходили. Я не могу сейчас выйти замуж. У меня Буратино недоделанное. Привезешь стамеску? Поговорим. Девушки, переходим к уроку танцев. Разрешите пригласить вас на танец и замуж. А как же он?
Ну ладно, согласна. Принцесса, я привез стамеску. И зачем она мне на рыбалке? Лучше б ты мормышку привез. О, клюет! Полезай в воду, хватай щуку. Упустил! А еще замуж зовешь! Теперь щуку неси! Девушки, а теперь мы будем читать стихи! Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Одинокая белая мышь потеряла подругу в сарае. Вслед за ней через несколько дней потеряет подругу другая. Я не знаю, что делать тогда с этим чудным явлением природы. Но так было и будет всегда. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Как только встретил я тебя, я сразу понял, ты моя. Ты та, кого я долго ждал, кого всю жизнь свою искал. Хочу задать сегодня я вопрос, что мучает меня. Я всем сердцем только твой, станешь ты моей женой. Как красиво! Ну, он сказал бы лучше. Я согласна. Принцесса, я принес тебе килограмм рыбы. Какая рыба? Собаки наступаю. Хватай джойстик, помогай мне. Моя игра, моя игра. Оно мне принадлежит, ты таким же, как и я. Ну, давай, давай. Проиграли. Все из-за тебя. Слушай, хватит! Я устал выполнять твои дурацкие капризы! Нормальной принцессе жемчуга, каменья, ткани подавай! А у тебя на уме только футбол и пиво! Вот и папенька говорил, что лучше бы я родилась мальчиком и в другой семье. Это все ерунда! Ты же девушка! Ты должна играть в куклы, есть сладости, носить красивое платье! Ты же настоящая принцесса! Точно, я ж принцесса. Спасибо тебе, принц, ты меня расколдовал. Ура! Выходи за меня замуж! В этом? А у меня как раз припасено платье. Надевай! Выглядишь просто сногсшибательно. Ага, и к джинсам подходит.